Каждую весну и осень в нашей стране проводят субботники, чтобы убрать мусор и привести города в порядок. Грабли, перчатки и мешки сегодня на расхват у студентов МФЮА и всех неравнодушных горожан. Это очень важная акция, она помогает городу. Люди убираются и сами начинают меньше мусорить. Мне здесь очень легко работать. Как вы видите, тут на расслабоне, и мне вообще по кайфу сейчас.